Все учились по всем предметам. Единственное, что вот этот экзамен он должен проводить по, значит, более того, дети до 1 февраля должны были... Организаторы уже напоминают третий раз ребенку о том, что у него есть... Если он только заходит в аудиторию, садится, да? Или тот же сотовый телефон, про который он забыл. Теперь будут, у нас все пункты в этом году будут, это было раньше пакеты, там, знаете, с фельдъегерской... ...сменным показателем. Вместе с ребенком. Организатор вне... Очень, конечно, впечатляет подготовка, и она вызывает очень большое напряжение, когда говорят заполнять бланки и четкие правила, которые не сразу понятны, куча бумажек, которые ты начинаешь перекладывать, эти кимы, какие-то сложные аббревиатуры, которых я не сразу разобрался. И то есть нужно было разобраться во всем этим, и эти сложные рамки в правилах заполнения, они как-то сразу съеживают, да, и сложно творчески раскрыться, а творчески раскрыться очень хочется именно и в сочинении, и в каких-то других заданиях, которые приходится выполнять, а вот эти ограничения, они как-то сразу скукоживают. В общем, пока я расслаблялся и восстанавливался, время закончилось, но вроде бы что-то я успел сочинение написать. Вот, и мне показалась очень слабая проза, которая дана ученикам для разбора, по которому написали сочинение. Малоизвестный автор, очень слабый рассказ, очень слабый по форме и по содержанию, поэтому мне кажется, как-то странно, что школьники учатся на такой литературе.